Президент Красносельский принял посла по особым поручениям МИД Украины Пауна Роговея. Встреча проходила в Террасполе. Позиция Приднестровья и Украины – сохранять мир и продолжать цивилизованный переговорный процесс. Говорили, что проблемы гуманитарного характера нужно решать без политизации в интересах людей на обоих берегах Днестра. Паун Роговей отметил, Украина поддерживает урегулирование молдо-приднестровского конфликта дипломатическим путем. А президент Красносельский рассказал послу, как в Приднестровье помогают украинским беженцам. И отметил, что гражданам Украины в ПМР нужна постоянная консульская поддержка.